Надежда оживает немножко, конечно. Конечно, к лучшему. Новострой как бы делает, ну, город развивается таким образом. И видно, как бы, что мы что-то делаем. У вас свое лицо, у меня свое. У этой девушки свое. Так и город. Он должен иметь, каждый город, свое лицо. Венеция не похожа на Рим. И не Париж. Англия то же самое. Кадор строит европейские дома. Великолепно смотрятся новострои. Вообще красиво, конечно. Новострои – это будущее, настоящее. Зелень, парки, скверы, детские площадки. Если это сохраняется, то почему нет? Пускай строят. Если эта архитектура вписывается в город, почему бы и нет? Если это здания добротные, приносящие пользу жителям города Одессы, почему бы нет? Например, Пересек. За Пересек, там, на поселке, там нормально новострой. Есть меценаты, которые строят большие дома. Если это построено согласно технологиям, которые дома будут стоять, хотя бы как старый город по 100 лет, так пожалуйста, чего же нет? Тем более новострой, если строить Таирово, поселок, там, где одни новострои, это возможно. Я отношусь к этому очень хорошо и приветствую это, что новые здания строятся. Ну, наверное, пускай строят новое. Страна вперед пускай идет. Такие хибары, как и в центре города, кому не нужны? Это если оставлять там памятники архитектуры, да. Я не возражаю, когда красивый дом, есть что посмотреть. Новые красивые, в новых люди живут, новые хорошие. Да это, в общем-то, нормальное явление. Ничего плохого в этом я не вижу. То есть то, что появляется жилье европейского типа, это, наверное, это хорошо, потому что все равно оно, когда-либо, рано или поздно, это все равно будет.